Всем привет! Я уже отработала. Пришла в магазин «Карусель». Хочу купить сегодня овощи и запечь в духовке. Вот, зашла купить овощи, ну и тут присмотрела уже кое-что. Что-то захотелось зефирчика в шоколаде. Написано, что акция. 179 стоил. Ой, вернее, 239 стоило, сейчас 179. Взяла одну штучку. 100 лет не ела зефирчик. И хочу еще взять тофифи. Тофифи какао. Стоил 199, а сейчас 129 рублей. Хотя у меня сладости есть в Турции, но что-то мне вот тофифи захотелось тоже. Две вот эти сладости возьму. Магазин «Карусель» — это тоже большой гипермаркет. Находится в Москве. Здесь отдел хлеба большой. Здесь они выпекают, у них своя пекарня. Вот прям мягкий, прям горячий хлеб. Прям горячий. У меня есть хлеб дома, поэтому я только вчера купила. Мне, в общем-то, не нужно. Вот, видите, прям стоят на лотках. И вот там пекарня. Очень я люблю вот эти с кунжутом булочки разные. Такие тоже очень вкусные. Такие любит моя мама очень, вот эти сердечки. Ну, я тоже могу иногда съесть. Так, здесь печеньки разные. Так. Вот тоже люблю это. Тоже люблю, но не буду. Воздушные вот эти. Ой, а это, смотрите, какой красивый зефир. Это, видно, натуральный зефир. 121 рубль. Вот такая упаковка. Я, наверное, возьму тоже такой. 144. Вот, смотрите, какой красивый, да? Обалденный. Зефирчики я люблю. Пусть будет. С ним ничего не будет. Его можно даже в морозилку, знаете? А зефир можно убирать в морозилку. Вот. И потом доставать, и он такой жесткенький становится, и как мороженка. Кто не пробовал, попробуйте, очень вкусно. Так, ну давайте еще посмотрим с вами что-нибудь интересное. Я отработала сегодня, все рады, я пришла, все довольные. Наконец-то кормилица пришла. Я сама рада тоже уже выйти на работу, в общем-то. Отдыхать хорошо, но работать тоже надо, зарабатывать деньги. Так что, в общем, все обрадовались, довольные. Я тоже наготовила сегодня, нажарила сырников им из 28 пачек творога. Так, вот баклажаны. Так, баклажаны по 59,99, по 60 рублей. Вот я сейчас баклажаны возьму. Возьму баклажаны. Так, баклажаны номер 197 на весах. Вот столько взяла. Много. Хочу запечь в духовке. 190. Ой, стереть. 190. Товар не найден. Овощи. 100. Так. А, почему-то вот. Что, неправильно там посмотрела, что ли? Сейчас посмотрим. Баклажаны. 2 килограмма на 192 рубля. По 64 рубля. 2 килограмма. Ставим. Так, огурцы люкс 59,99. Уже в упаковке вот такие огурцы.
«Знай наших» называется. 59,99. Так, по 79,99, по 80. Вот какие огурчики хорошие. С пупырышками, смотрите. И не мягкие, нормальные огурчики надо взять. Так, 118 номер. Почти полкило. На 39 рублей 52 копейки. Полкило огурчиков. Так, теперь мне еще нужны помидоры, перец и лук. Так, помидоры розовые. 99 рублей. Ну, 100 рублей. 100 рублей розовые помидоры. Так, желтые 179, томаты на ветке 89. И томат круглый красный 49. Ну, вот эти вот мне вообще не нравятся помидоры. Вообще не нравятся. Так, и все, да? Так, томат фламенко. Это вот эти фламенко. Сливовидные. Я, наверное, розовые возьму сейчас за 99. Так, помидоры 838. Так, помидоры у меня на кило 364. Какой я сказала? 738. Так. На 163 рубля. 163 рубля. Взяла три луковицы красные, 29-30 рублей. 30 рублей сейчас пойду завешивать. 30 рублей. Так, потом мне нужен перец болгарский. А вот перец болгарский обычного я не вижу. Я вижу только вот такой, а вот обычный. Так, кабачки по 64 рубля. Но кабачки я не буду. А этот по 189 желтый, по 199 красный. Обычно всегда красный зимой дешевле. Странно, а сейчас желтый дешевле. Ну ладно. Так, надо посмотреть. Вот обычный перец. Зеленый, такой, знаете, болгарский, дешевый. Лук. Картошка по 26, лук по 26, ну по 27, капуста по 37. Так, странно. Тут ягоды. Ну, придется тут болгарский перец брать. Яблоки. Яблоки сегодня взяла на работе, принесли вкусные, хорошие яблоки. Ребята, девчонки угостили меня домашними с сада. Так, ну идем тогда сюда. Берем эти перчины. Так, 24 номер. Так, перец у меня на сколько там? На 175? 175 рублей, да? 176 почти. Почти килограмм. Угу. А, лучок еще я красный не завесила. Так, овощи. Сейчас лучок найдем. Лук ялтинский называется.
Лук ялтинский на 55 рублей. Кстати, хотела вам сказать, я вот такую сумку покупала здесь еще, ну, когда была в карусели. И я ее взяла с собой в поездку. Она такая удобная. У нее, во-первых, длинные ручки. Она меня везде спасала. Я ее на плечо повешу. Я, во-первых, ее и на пляж брала. И брала ее с собой в магазины. Ручки удобные. На плечо вешаешь и несешь. Вообще обалденная сумка. Просто супер. Так что вот, покупайте. И на пляж. Абсолютно нормально на пляж с ней ходил. Так, виноградик сколько у нас стоит? 99 рублей. В Турции тоже 90 рублей стоил виноград белый. Я это помню хорошо. Я люблю больше черный. Кишмиш 99. Вот, вкусный. А вот пальчики. Но они с косточками, пальчики. Так, а розовый 189 вот этот. Ну, как-то недавно брала. Очень мелкий. Не люблю такой тоже мелкий. Виноград черный 99. Так, значит, что я взяла? Зефирки вкусные, тофифи, зефир еще один в шоколаде обычный. А, пусть будет, пусть лежит. То Лида приходит с Максимом чай попить. Вот, баклажаны, кстати, пакет порвался, огурчики, лучок, помидоры и перец. Отлично, отлично. Так, арбуз, черный принц. По половинке разрезает, видите, сразу можно взять темно-зеленые вот эти 44,99, 45 рублей. А это уже другие арбузы. Эти по 19. По 20 рублей. Вот длинные есть. О, хорошие, прям звонкие такие. Обалденные арбузики. По 20 рублей, пожалуйста. Есть кулинария, можно вот все-все купить. Так, это у нас чебуреки с говядиной, с индейкой и с бараниной. Я, если беру чебуреки, то только с сыром. Так, здесь у нас курица жареная. Картошечка такая хорошая, за 25 кругленькая. Гречка, пожалуйста, картофели разные, всякие куриные с сыром, курица отварная есть, плов, лапша, удон, котлетки. Здесь тоже рыбка, оладьи печеночные, салат мимозы. Салатов тоже огромное количество разных. Салат Амин Алекс. Алекс 44. Скидка. Селедка под шубой. Все так вкусно. Все так вкусно. И соленья разные. Смотрите, какие хочешь. Все, есть и спаржа. Я, кстати, вот люблю вот эту спаржу с морковкой, когда она вместе. Вкусная. Все есть. Возьму, наверное, винегрет еще с немножечко. Самой делать неохота. Возьму. Дайте, пожалуйста, винегретика в маленькую баночку. В такую хватит, ага. Пленку обматывает. Ага, спасибо. На 59 рублей вот маленькую упаковочку. Мне хватит. Мне много не надо. Так. Бедро индейки 279 рублей. Скидка. Здесь по 400. Почему-то крылышки по 209.
Так, поджарка свиная 298. Гуляш вот этот 328. Здесь стейки, что-то цены нету. А карбонат 299 рублей. Кстати, карбонат можно взять и запечь. Вместо колбасы на бутерброды. Я жирное мясо не люблю. Ящейка вот 399. А карбонат, кстати, можно взять маленький кусочек и запечь. А завесьте, пожалуйста, карбонатика. Вот это вот как считается? Корейка, а это вот здесь... А, это корейка, корейка, да, корейку. Давайте вот этот вот кусочек. Вот да. Угу. На килограмм, отлично. 349 рублей. Ага, спасибо. А, 369 рублей. Возьмем. Говядина 630 рублей. 659. Гуляш 670. Фарш разный, пожалуйста. 369, 299 фарш. Котлеты, вот прям кулинария. Смотрите, пока кому лень готовить, вот может прям вот так все покупать. Вот эти обычно очень вкусные купатики. Купатики, там тоже купатики. Ой, сколько всех шашлычков. Какая вкуснятина. Шашлыки хочу, 100 лет не ела. Шашлыки хорошо на природе. Шашлык по-московски, охлажденный, 287. Это из чего, интересно? Не написано. Ну, по мясу, кажется, свинина. Магазин огромный, да. Мне надо еще посмотреть лакомство, веньки какие-нибудь мягкие. Что-нибудь такое. Вот посуду я люблю. Люблю посуду смотреть. Я вообще сегодня должна ехать была к родителям, но там пробка была на почти на 3 часа. И, соответственно, я никуда не поехала, позвонила папе, говорю, я не приеду завтра, либо послезавтра тогда. Тарелки красивые. Вот какие нежные. 149 рублей. Нежнятинка. Нежнятинка. Кружки тоже люблю. Красивые кружки. 173. Тоже симпатичная кружечка. 173 рубля. А эти вообще по 259. А эти перламутровые. Перламутровые. Дорогие здесь кружки, дорогие. Кружки красивые, конечно, 228. Дорогие. Я думаю, посуду, всякую вот эту утварь все женщины любят. Вот аккуратненькие какие, смотрите, маленькие подносики. Противни. Хорошие, 410 рублей, очень даже хорошие. Для пирогов у меня это вообще всего полно. А это раскладной, с подносиком еще как бы, да, идет, смотрите. Ну, 1172. Вот он раскладывается. Вот здесь, видите, расстегивается, и там как подносик еще. Угу. Вчера я спать уже легла и смотрю, стучится кто-то в дверь. Ну, поняла, что соседи. Лена, соседка. А я уже в кровати. Ну, так, с телефоном, но уже полусонная. Она говорит, ты что, спишь? Я говорю, ну, мне в 5 утра вставать. Сплю практически. Она говорит, ой, у тебя есть бумага для запекания? Я говорю, есть. Она говорит, а то я что-то на ночь глядя запекать собралась.
бумажные пакеты для пищевых продуктов. Ага. Она там запекает тоже овощи, говорит, овощи запекаю. И вот я думаю, надо мне тоже овощи. Что-то вчера и она овощи запекала, сам был, я смотрелся, овощи запекал. И, в общем, я все вот это вот купила, хочу тоже так запечь. Чеснок, кстати, у меня есть, по-моему. Тоже хочу так все сделать вкусненько. Там же банки были, я банки забыла взять. Может быть, я еще закатку сделаю немножко. Так что идем за банками. В общем, хожу, это брожу. А сейчас хорошо утром. Я отработаю всегда, когда вот, что я там, в 9:20 я уже свободна. Отработаю и иду по магазинам. Народу никогда никого нету. Ходишь спокойно, все выбираешь. Вот мне это очень нравится. В общем, я взяла 4 вот такие баночки и 2 вот такие баночки. Они, кстати, тоже вот с такими закручивающими крышками. Так, ну я это до машины довезу, как-нибудь донесу, надеюсь. Тоже не помню, вот крышки есть у меня такие или нет. У меня есть крышки, но я не помню сколько. А вдруг нету? Блин, а вот куда мне столько крышек много? Не знаю, короче, что делать. Думаю, брать крышки или нет. А потом придется бежать за крышками, да? Тоже. Ну, 4-то крышки я точно, я думаю, найду. Не буду я брать эти крышки. Так, хозяйственные. Порошка у меня полно, но у меня закончился и гель вот такой закончился, и закончились капсулы. Так, а сколько здесь стоит капсула? Непонятно. Колор. Тает вот капсулы хорошие. Сколько стоит? Не вижу. Вот иду сюда к капсулам. Я обычно капсулы беру, когда они со скидкой. По хорошей цене. По 199 рублей. Вот 269 тает. А они бывают 199. 199, нет, 269 я не буду даже брать. В Магните или в Пятерочке они бывают по 199 рублей. Но порошка у меня куча, тогда я подожду, пока не буду брать. Не буду, этого полно у меня всего. Так, собачий отдел. Посмотрим, что тут есть. Кошки, а вот собачки. Ну, в этих отделах обычно лакомств нормальных, наверное, нет. Раньше я ему брала вот это. Но сейчас у него зубов нет, ему грызть уже нечем. Вот, я вижу. Вот. Вот эта вот нарезка мягкая из говядины, я ее возьму, 169 рублей, это нормальная. И вот деревенские лакомства хорошие, очень мне нравятся. Гематоген, вот как-то я ему тоже брала, он, кстати, ел нормально его, мясной, и он не очень твердый. Может, гематогенчик взять один? Так, и этот, и этот. Или не надо, не надо, не буду гематоген брать. Так, это что-то тоже. Ну, возьму пока такие, я ему по чуть-чуть даю, как бы. Я ему сейчас не давала, но начну по чуть-чуть давать. Потому что он у меня на диете был, без лакомств, без всего, но он постоянно просит, я ухожу. Ну, так вот, на всякий случай, пускай лежат. Сильно много не буду ему давать. $299 бумага. А, ну здесь 32 рулона. 32 рулона двухслойные. Большая упаковка. Так, что еще интересного?
Вот здесь давайте посмотрим. 699 сланца. Сланцы 699. Ой, 499. Вот хорошие. Смотрите, какие симпатичные. 499. Очень хорошенькие. 39 и 37 размер. Так, здесь что у нас? Какие-то ночнушки или что это такое? Колготки, носочки, шапки. 278 рублей. Правда, ботиночки у меня не очень подходят, розовенькие, но они удобные, я сегодня на работу выскочила. Курточка. Утеплилась уже. Календари на 2022 год. Я так понимаю, год тигра, наверное, будет, да? Думаю, можешь себе такой купить, там, где живет счастье. Рисунки Томаса Кинкайда. Так, все, иду на кассу пробивать. Потом скажу, сколько у меня получилось за это, за все. Сладости, фрукты, мясо, банки. Ой, фрукты, овощи. Посмотрим. Покупала на 1836. Было сначала что-то на 2000, но была, показала карту «Карусель», и у меня скидка получилась где-то в районе, наверное, 150-200 рублей на все про все. Вот. Ну, в общем, 1800 вся моя покупка. Так, все, еду домой и буду заниматься, наверное, может быть, чуть-чуть передохну, а может быть, сразу буду заниматься, посмотрю вот этой вот заготовкой, баклажанами, и уже буду снимать, наверное, отдельное на это видео. Все, всем спасибо, кто прогулялся со мной в магазине. Надеюсь, вам было интересно тоже посмотреть цены. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки. С вами была Ирина. До новых встреч, всем пока!